Здравствуйте, меня зовут Илья Яблоков, и я представляю свою новую книгу «Русская культура заговора». А это интересное исследование тем, что это, во-первых, оно первое, которое рассказывает о теориях заговора с такой научной точки зрения, но не пугайтесь, научная точка зрения не значит скучная. Во-первых, я для себя такой сделал вызов, что ли, челлендж, рассказывать о теориях заговора простым языком и на примерах из сегодняшней российской повседневности. В книжке рассказывается, во-первых, об истории теории заговора в России, потому что она началась задолго до того, когда вообще были придуманы термины теории заговора или конспирологическое мышление, а конкретнее в 18 веке. И, соответственно, я прослеживаю сначала историю явления и то, как оно, собственно, формировало российскую культуру в 19, в 20 и особенности в 21 веке. Большая часть книжки состоит из рассказа о том, каким образом теории заговора используются различными политическими деятелями, политическими движениями, как часть именно политической культуры постсоветской России после 91 года. Но также я рассказываю о том, каким образом мы, обыватели, можем использовать теории заговора для понимания определенных проблем в обществе, а также для понимания того, а что такое теория заговора дает нам нового, интересного и полезного о современном мире.